нестандартный рецепт фунчозы с курицей и овощами. Итак, берем чеснок и лук. Добавляем курицу, куриное филе. Когда курица примется, добавляем соевый соус по вкусу и томаты, резанные соломкой. Ждем, пока потушится, добавляем фунчозу и сразу же огурец. Подливаем соевый соус по вкусу, все это помешиваем, поджариваем. Ждем, пока размягчатся огурцы, накладываем. И посыпаем кунжутом. Приятного аппетита!